Всем привет! Время 5:30 утра, но мы уже в угодьях. Сегодня наш ролик о том, о чем никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя находиться в лесу. Мы поговорим о вещи, которая всегда должна быть с человеком, который идет в незнакомую особенно местность. Совсем недавно, вот буквально неделю назад, собирались на охоту, заехал за товарищем. Он вытаскивает компас и кладет его в карман со словами: без компаса в лес нельзя. Тут я ему рассказал историю о том, как я зимой купил шикарный компас, лучший компас топовой линейки. Его преимущество этого компаса было в том, что он всегда показывал на север. Куда бы ты ни повернулся, куда бы ты ни пошел, компас всегда показывал на север. Шикарный компас, сами понимаете, цены нет такому компасу. Шикарно. Куда бы ни шел, всегда в правильном направлении идешь. Ну, посмеялись и посмеялись. Если бы мы знали, чем закончится этот день, а точнее ночь этого дня. Вы знаете, я видел много опытных охотников, которые под вечер, не зная куда идти, да вот кидали об землю свои вещи, кричали: все, никуда не пойду, ночевать буду здесь. Я видел много аборигенов, да, местных, которые, таская меня по горам, все время тянули меня не в нужном направлении. Я им показывал навигатор, говорил, что нам не сюда. Они: нет, мы здесь выросли, нам туда. А потом оказывалось, что однако придется заночевать в лесу. Да, в 11-градусный мороз в ноябре в лесу шикарно. И все благодаря тому, что люди не верят показаниям приборов. Я видел, да, людей, потомственных разведчиков, которые вот просто говорят: я в лесу, как у себя на кухне, мне компас не нужен. А потом вечером сидели во враге и рыдали, потому что не знали, как выйти в базовый лагерь. Так что же это такая за самая важная вещь для охотника, туриста, рыбака и путешественника? Обувь. Ну нет, конечно, обувь очень важный элемент экипировки. Без обуви далеко вы не уйдете, но как-то можно обойтись. Запасы воды. Да, без запасов воды тяжело, но как-то тоже. Радиостанция — хорошая вещь, помогает, но без нее можно обойтись. А вот без чего реально в лесу нельзя обойтись, друзья мои, так это без компаса. Компас, что укажет путь к заветной цели. Никогда не предавай его. Вот весь лес в лёжках звери. Это радует. Все хорошо, настроение поднимается. Идем дальше. Так, ну вот мы вышли на старую лесную дорогу, заброшенную, по которым когда-то возили лес. Поэтому друзья мои, давайте остановимся, отдохнем, потому что подъемчик был небольшой, отдышаться надо. И заодно вот на примере этой дороги я расскажу, как пользоваться компасом в лесу. Расскажу базовые знания, которые вам помогут выйти из леса и не заблудиться. Так все-таки, как же пользоваться этой простецкой вещью под названием компас? На самом деле ничего сложного, объясняю за 2 минуты. В идеале, конечно, вам нужна карта, и вы должны уметь пользоваться картой, уметь читать карту. У меня вот она в файле, чтобы не промокла, потому что на улице шел дождь 2 дня. Но не суть, можно обойтись в принципе и без карты. Что нам для этого нужно? Нам нужен ориентир. Кто-то считает, что ориентир — это дерево, кто-то считает, что ориентир — это гора. Это не самые лучшие ориентиры, потому что с разных ракурсов гора вам может показаться уже не той, и дерево не тем. Поэтому лучший ориентир, на самом деле, по моему опыту, это дорога. Вот мы с вами стоим на дороге, пусть на заброшенной лесной, но все-таки дороге. Либо линия электропередач, то есть какая-то протяженная, да,
вещь, так скажем. Не вещь, конечно. Ладно. В общем, приехали, поставили машину, например, автомобиль припарковали, все, и мы собираемся условно за грибами идти туда, да, туда. Мы встаем спиной, перед тем, как заходить в лес, мы встаем спиной к тому месту, тут, к той стороне, куда мы уходим, и смотрим на наш компас. Стрелка показывает на север, циферблат компаса совмещаем с нашей стрелкой. Стрелка на север туда, циферблат с буковкой N туда. И смотрим, как нам идти прямо, прокладываем азимут. В нашем случае азимут будет 315 градусов. Все, что мы должны запомнить, это 315 цифру. Цифру 315. Все, друзья мои, мы с вами можем уходим туда, куда мы хотели идти. Мы с вами ходим. Остановились, пособирали грибы, ягоды, все. Нам нужно возвращаться к автомобилю, на наш пункт сбора. Что нам делать? Мы не знаем, как мы стояли, соответственно, как мы бродили, ходили. Мы достаем компас. Стрелка у нас показывает на север. Мы с вами совмещаем опять циферку N со стрелкой. И находим азимут 315. Вот он. Все. И мы понимаем с вами опять, куда нам идти. И мы с вами выйдем на нашу дорогу, рано или поздно. Естественно, этот способ, он простой, но он годен только для локальных передвижений, то есть небольших участков местности. Вы зашли в лес, например, размером там 1.5 километра на 2 километра, ну, потому что, сами понимаете, дорога, она не бесконечна, а может идти 5 километров, 10 километров, а где-то она может повернуть под углом 90 градусов, и вы на нее уже не выйдете. То есть этот способ для каких-то небольших локальных передвижений. Если вы турист, и вы, конечно, ушли в пеший переход там на 10, 15, 25 километров, то вот этот способ, он простой, но он уже вам будет вряд ли полезен. Там уже нужна карта, там нужны навыки ориентирования с компасом по карте. Но вот бытовой такой обычный способ я вам рассказал, он может помочь большинству людей, которые приходят ненадолго в лес. Многие из вас скажут: да нахера мне этот компас, у меня в кармане есть мощный навигатор Garmin, у меня есть мобильный телефон, в котором есть приложение-навигатор. Мне это все не надо. Но, друзья мои, хотелось бы сказать, да, действительно, компас – это не навигатор. Компас вас не сможет вывести точно в заданную точку, которая вам нужна. Но у мобильного телефона может сесть аккумулятор, а у вас не окажется с собой пауэрбанка. Но навигатор может заглючить. У меня лично такое было. Когда включаешь навигатор, надо выходить, а он показывает серое поле, просто не прогружает карты. Ну, заглючил. Вот такая ситуация была реально. Слава богу, он заглючил не наглухо, то есть он смог мне показать точку какую-то, заданную мной ранее. Он видел меня, и я шел просто на эту точку по серым каким-то шахматным полям непонятным. Вот. У навигатора могут окислиться контакты, он перестанет получать питание от аккумулятора. Ну, всякое может случиться в жизни, поэтому, друзья, компасом не пренебрегаем. Компас – наше с вами спасение, наша с вами жизнь. Одно дело даже гулять летом по лесу, где, ну, можно как-то там перекантоваться ночь. Но вот осенью, например, охота в основном происходит, вся осенью грибы собирают, тоже осенью. Ну, в общем, осенью будут проблемы, сложности как минимум. Поэтому компас – наше все. Что сказать в заключение, друзья мои? Поверьте моему печальному опыту, хороший компас не может стоить 50 рублей. Компас, купленный за 50 рублей, будет вам отрабатывать, а точнее не работать, ровно на те 50 рублей, которые вы за него заплатили. Переплачивать, конечно, тоже не надо, но и на дешевизну никогда не ведитесь. Ссылки на тот компас, которым пользуюсь я и которым пользуются мои товарищи, не те, которых, да, компас показывает всегда в разные стороны, а нормальные вещи, ссылки на эти нормальные вещи будут в описании к ролику и в верхнем закрепленном комментарии.
Вот, что еще хотелось бы сказать. Очень важный совет. Дома, когда храните компас, не храните его рядом с магнитами. Например, многие фонарики имеют магнит в своем основании для того, чтобы там как-то крепить к автомобилю, чинить колесо и все такое. То есть подальше от магнитов и подальше вообще от любого металла. Тогда ваш компас будет служить вам долго, верой и правдой. Для чего это? Он не указывает на север. А куда укажет? На путь к тому, чего ты хочешь больше всего. Так вот, закончу историю, которую начал рассказывать в начале этого ролика. Товарищ мой ночью в назначенную точку не вышел. По радиостанции сумел сообщить, что он не понимает, где находится, потому что, когда он вытащил компас свой, он обнаружил, что компас у него не работает, что стрелка, которая должна указывать на север, указывает куда угодно, постоянно в разные направления, но только не на север. Видимо, она как-то не на магнитные линии Земли реагирует, да, а на атмосферное давление похоже. В итоге вынужден он был заночевать в лесу, благо на улице лето, рюкзак кинул под голову и до утра ночевал на какой-то поляне. Вот так вот может закончиться история человека, опытного человека, который находился в лесу с неисправным компасом. Поэтому, друзья мои, компас — дело такое, экономить на покупке которого реально не стоит. Вещь реально должна быть у каждого человека, который находится в лесу, и каждый охотник, каждый турист, путешественник, неважно, рыбак, просто любитель побродить по лесу, грибник особенно, он должен иметь при себе хороший компас, и он должен уметь пользоваться своим компасом. Вот на этом мы с вами будем заканчивать. Всем спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Мы вам всегда рады. Пишите свои комментарии. Все прочитаю, на все постараюсь ответить. Всем пока!